Олег. Че? Готово заключение, я все написал. Че там? Че там? Сам посмотри, че там. Смотри, смотри. Ну, блин, даете. Первая хирургия. Ирина Алексеевна, зайдите, пожалуйста, ко мне. Ага. Алексей Абрамович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы так рано. Ирина Алексеевна, я вот что хотел вам сказать. Меня сегодня не будет весь день. Мне, знаете, предложили выступить на конгрессе кардиохирургов. Да. Я так рад, честно говоря, так рад. Я не видел своих коллег уже буквально 100 лет. Да, и не слышал никаких новостей. Так что вот, у нас все нормально? Да. Если вдруг, не дай бог, что-то случится, вы мне, пожалуйста, звоните. Я на телефоне. Хорошо. Удачного выступления. Спасибо. Всего хорошего. Павлову уже это показывал? Нет, только иду. Господи. Брагин, что делать-то? Не знаю. Ментов сейчас будем вызывать. Да не дай бог. Ты что, правда не понимаешь? На тебя это все в первую очередь повесит. Ты ее лечащий врач. Ты вчера был на дежурстве. Вся клиника знает, что ты у нас доктор, большое сердце, сердобольный. Слушай, а ты вчера только мне рассказал о том, как тебе ее жалко? Или все клиники успел растрепать? Так успокойся, тише. Брагин, я тебе верю. Если ты будешь психовать, это плохо закончится. Надо что-то делать. Марин! Нин, ты когда ешь, напиши мне, как у тебя дела, я волнуюсь. Ты волнуешься? Что-то мне не верится. Знаешь что, думай как хочешь, смс-ку мне пришли, хорошо? Женя, я пришлю тебе смс-ку, я опаздываю. Что, опять нет? Ой, да могу, ну отстань от меня, ей-богу. Все, я опаздываю, не могу больше. Ой, мальчик. Ну какого черта ты приехала? Знаешь что? Что? Я с тобой поеду. Нет, стой, я сама, можно я сама это сделаю? Отсутствует сахар в крови, следы инсулина в жировой клетчатке вместе инъекций. Это что значит, причина смерти передозировка инсулина? Ну да. Как-то ну да. Вы что, хотите сказать, что ей вкололи большую дозу инсулина в реанимационной палате в нашем отделении? Я ничего не хочу сказать, это вот вскрытие говорит. Так у нее же не было диабета. Ну нет. А у ее соседки по палате диабет. Ей инсулин показан. Вы хотите сказать, что кто-то по ошибке случайно вколол ей дозу инсулина? Теоретически такое возможно, хотя нет. Я уверен в нашем медперсонале. Вы понимаете, что это чудовищно? Согласен. Вы понимаете, что это катастрофа? В моей практике были случаи, когда родственники обвиняли в эвтаназии. Чтобы эти обвинения подтверждались, такое впервые. Можешь не думать, что это я. У меня нет основания вам не доверять. Пока родственники не попросили результаты вскрытия, у нас есть еще время. Мы обязаны выяснить, кто это сделал. Должны провести внутреннее расследование. Слава богу, что Покровского нет. Я хочу знать по секундам, что с ней происходило за это время, с кем она общалась. Потому что если она просила об эвтаназии вас, то она могла просить кого-то еще? Возможно. У нее
У нее были деньги, она их даже мне предлагала. Деньги? Какие деньги? Ну, какая разница? Что значит, какая разница? Да я их в глаза не видел и в руках не держал. Это вы в руках не держали и в глаза не видели. А другие держали и видели. С кем она общалась в это время? Ну, кто мог зайти? Ну, дежурные медсестры, врачи. Ну, да кто угодно, господи. Вспомните примерно, в котором часу она вас попросила об эвтаназии. Пол-11 я зашел к ней, чтобы сделать повторный укол обезболивающего. Потом? Потом я вернулся в ординаторскую. Потом приехал ее муж, привез историю болезни. Олег Михайлович? Да. Я карту привез. Давайте. Трудно очень видеть все это и понимать, что ничего сделать не можешь. Чай будете? У меня отец от рака умер. Буквально сгорел за 2 месяца. Мне 16 лет было, я ничего не знал сначала. Мать меня оберегала. Отправили меня в спортивный лагерь. А потом она позвонила и сказала, что отца больше нет. Я возненавидел ее тогда за то, что про болезнь отца скрывала. Уверен, если бы знал тогда, что-нибудь попытался бы сделать. Ну, не всегда можно что-то сделать. Ну, вы же, врачи, боретесь до последнего. Вы же сейчас спасаете Раю. Люди очень хотят жить. И мы делаем все возможное, чтобы они жили. Но иногда бывает так, что не все возможно. Ваша жена в очень тяжелом состоянии. Я понимаю, что очень трудно видеть, как уходит твой близкий, родной человек. Но в ее случае это неизбежно. День, два, месяц. Это все равно случится. Остается только смириться и быть сильным. Отпустите ее. Она устала бороться с болезнью. Зачем вы все это говорили мужу Цветковой? А что я должен был сказать? Все у вас прекрасно. Берите кредиты, покупайте путевки на море. Я объяснил истинную ситуацию происходящего. Я подготовил его. Вы же понимаете, что это все можно интерпретировать по-разному. Все можно интерпретировать по-разному. Когда вы к ней еще заходили? За час до смерти. Я пришел, посмотрел ее. Состояние ее было стабильным. Все приборы работали, все было в порядке. Я сделал еще одну дозу обезболивающего и ушел. Это вы сделали ей последний укол? Инсулин я ей не колол. Нормально, я приехала. Давай, отконвоировал, сопроводил и во втором. Езжай с Богом. Ох, какие люди. Привет. Обычные. Рит, вы можете задержаться, пока не уходите? Ну, конечно. Не слушай его. Сейчас я посижу и отпущу тебя. Все будет со мной в порядке. Женя, можешь ехать. Сашенька, здрасте. Ой, здрасте. Ну, как вы? Вообще, я не знаю, у меня какие-то схватки, конечно, но, наверное, это ложные. Почему это ложные? У меня же 2 недели ходить, правильно? Ну, что? Ниночка, что-то мне совсем не нравится. Да. Да, пойдемте посмотрю, у меня как раз время есть. Идемте, тетя. Уезжай. Ага. Рано утром начались схватки, я уговаривал ее поехать в роддом, она отказалась. Вы гинеколог? Да. А вы что, муж? Муж. Бывший. Так, идемте, идемте. Жень, все, уезжай, я не одна, со мной все в порядке. Ой, мамочка! Нина! Ой-ой-ой! Срочно добейте санитаров в каталку! Санитары, каталку, быстро! Ой, мамочка! Тихо. Ты что, рожаешь? Ну, хорошо. Если Павловой так хочется поиграть в следователя, ради бога. Получится переписать результат вскрытия? Не, ну серьезно, если родственники увидят, что смерть наступила в результате естественных причин, они сразу успокоятся. Да, а если они потребуют независимую экспертизу и сами пойдут в полицию? Дорогие, ну надо же что-то делать. Ну, надо делать. Делать нужно, что должно, и будь что будет. Слушай, меня просто поражает твое спокойствие. Ну, да. Но даже если это сделал не ты. Что значит сделал не ты?
порядке. Вот, можете на Библию еще поклясться. Все, не злись. Но я знаю, что это не ты. Но это все равно кто-то из наших. Надо что-то придумать. А вот и придумывайте. Делайте, что хотите. Вы извините, у меня работа выше крыши. Я эту Цветкову мало видела. Она не моя больная. Я дежурила на втором этаже. Вы ночью заходили в палату? Заходила. Я помогала Ладе перевозить больную. Она в коме после инсульта. Еще и диабетик. А, я вспомнила. Что? Лада оставила в палате шприцы с инсулином, чтобы позже подколоть больную. А потом спрашивала меня, не брала ли я их. А вы? А я не брала. Рай. Рай, ты спишь? Нет. А вы почему домой не идете? Мне доктор разрешил. Который час? Час ночи. Ты зачем так поздно приехал? Я карту твою привез, доктор попросил. Ты как? Вообще домой. Я попробую поспать. Уезжай. Володь. Уезжай. Уезжай. Читайте. Юркова. Диабетик. Вы ей кололи инсулин. Потом инсулин оставили на тумбочке. Нет, я положила его в холодильник. Третьякова сказала, что вы шприцы с инсулином оставили на тумбочке. Да, Ирина Алексеевна. Этот дурацкий инсулин оставила на тумбочке. Но это всего на 3 часа. Ну так удобнее, поймите. Да все так делают, понимаете? По инструкции вы обязаны инсулин хранить в холодильнике. Да по инструкции, если бы мы все здесь сделали. Все больные давно померли. Понимаете, что этим вашим инсулином могли воспользоваться? Я понимаю, но я Цветкову не колола. Да, хорошо. Угу. Доброе утро, Олег Михайлович. Здрасте. Вроде Нинка-то. Ой. Чего? Ой. Нин, Нин, ты куда? Михалыч, мне страшно. А что страшно? Я не чувствую, как он шевелится. Он же дышит. Мамочка, все будет хорошо. Думайте о хорошем. Ну, представь, мы едем, буду кисалить. Вот, надо было мне с тобой поспорить. На что? На 100 долларов. Я же не говорю, будешь экстренно у меня здесь, как в американском телесериале. Да. Вот, я твой Джордж Куни. А я кто? Ты мне помыла Андерсон, такая на перспективе. Я не умру. Ты дура, что ли? Как я без себя тут, а? Ну, помощь нужна. Не вздумай. Выходи, Саша, гоните его. Иди к черту нафиг. Не хочу, чтобы ты меня видел. Ты что там не видел-то? Ничего не видел. Ну, что, я за шампанским? Нет. Только брют. Естественно. Сань, ну что там? Ну, все плохо, Олег. У нее отслойка плацента и массивное кровотечение. И да, мне нужна помощь. Ну, я? Позовите Марину, пожалуйста, если она свободна. Понял. И неонатолога, пожалуйста. Когда вы обнаружили пропажу инсулина? Когда пришла колоть по Иркову. Но Цветкова была мертвой уже. Цветкова умерла примерно с 3 часов ночи до 4:30. За эти 1.5 часа вы отлучались с поста? Нет. Значит, вы должны были видеть, что мимо вас кто-то проходит в палату Цветковой. Никого не было. Ну как это? Совсем никого? Ну, Олег Михайлович проходил. Опять Брагин. Ирина Алексеевна. Да. Я слышала, как Цветкова предлагала деньги Брагину за эвтаназию. Что конкретно вы слышали? Ну, она предлагала деньги, предлагала очень настойчиво. Но я в палату не заходила, сразу ушла. Но шприцы лежали напротив на тумбочке. Пока мы во всем не разберемся, из больницы не ногу. Понятно? Да. Но я Ирина Алексеевна Цветкову не колола. Ну, как вы, Ниночка? У меня почему-то очень мало сил. Это нормально. А как ребенок? Будем доставать. Конечно. Под наркозом, Нин. Почему под общим? Эпидуральное не получается. Нам, возможно, понадобится больше времени. Вы меня понимаете? Конечно. Что вы даете свое согласие? Конечно. Хорошо. Угу. Саша. Да? Только спасите мне ребенка, ладно? Пожалуйста. Работаем.
Не нуль. Не волнуйся, подышим чуть-чуть. А, ну что, Нино, будем рожать? Ратинская. А я не боюсь наркоза. О, да ты у нас вообще большой молодец. Нино, считай от 10 до 1. 10. Спит. Что случилось-то? Все нормально было? Да, было нормально. Не знаю. Частичная слойка плацента, массивные кровопотери. Думаю, литра 2, не меньше. По УЗИ подозреваю матку Кувелера. Это что, значит, матку надо удалять? Да. Мы должны спасти и ее, и ребенка. Еще 2 дозы крови. Угу. Хорошо. Сереж. Привет. Привет. Что случилось? У меня проблемы, Сереж. Большие. Да. Ирина Алексеевна, вот я уже вернулся. О, Алексей Абрамович, вы так быстро? Да, знаете ли, отменилось мое выступление. Как? Да, прилетел профессор Хоффман из кардиоцентра из Сиэтла. И вот пришлось ему уступить. Вы заслуженный человек. Разве можно так туда-сюда? Ничего. Зато я послушал Хоффмана. Mm. Знаете, все это уже так устарело, так, чтобы среди его выступления где-то я так и сбежал. Да. Простите за беспокойство, мы на минуту. Вы уже приехали. Давайте с вами поговорим минут через 5, да? Мы на секунду. Мы просто пришли сказать, что вскрытие не надо. Как не надо? Володя меня уговорил, так что не надо. Да, мы решили отказаться. Отказаться? Это не нужно. Это не нужно. Вы меня, ради бога, извините, я вас всех тут обвинила. Это же просто от горя. Может быть, так и лучше будет всем. Да, конечно. Еще раз извините. Просто это был шок. Никто никого не убивал, конечно. Да. До свидания. До свидания. Случилось. Ночью. Недоразумение. Какое недоразумение, Ирина Алексеевна? Мы же с вами договорились. Если что-то случится, вы мне позвоните. Да. Объяснитесь, пожалуйста. Ух ты! Ты, Глеб, а кого нам занесло-то? Женщина эта, она кто? Она хороший врач? Хороший, хороший. Если тебе интересно, там вообще-то все плохо. Я в курсе, я ее привез. Зачем? Зачем так рисковать? Я же говорил, надо было сделать аборт. Это что ты? Заткнись ты, придурок, что ты несешь, а? Олег Михайлович. Чего? А вас Павел вызывает снова. Иду. Да. Позвали, Ирина Алексеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, Олег Михайлович. Да не-не, я постою. Олег Михайлович, лучше присесть. Разговор будет не короткий. Понял. У меня, увы, не было всю первую половину дня, но Ирина Алексеевна держала меня в курсе. Ну, понятно. Она пытается вас выгородить. Я ее понимаю. Вы замечательный врач, хороший человек, сторожил этого института. Ну, это прелюдия к чему? К тому, что я пытаюсь быть беспристрастным, но мне это сложно. В стенах нашего учреждения совершено преступление. И вот пока мы не выясним, кто совершил это преступление, я вынужден отправить вас в отпуск. Это вы, надеюсь, понимаете? Так будет лучше. Я понял. Ну, я полетел. Нет, в отпуск. Подождите. Олег Михайлович, вы должны знать, что Цветкова отказались от вскрытия. Не понял, что значит отказались.
А что же они здесь так шумели? Я не знаю, что там у них произошло. В общем, мать сказала, что ее зять уговорил. Или я не знаю. Это теперь внутреннее расследование, понимаете? Мы вам гарантируем, что информация за эти стены не выйдет. Олег Михайлович, скажите правду. Пожалуйста. Мне нечего вам сказать. Я просил. Зажим. Давай. Взяла? Ага. Тупфер. Не дышит. Эндоскоп. Активное кровотечение. Надо удалить матку. Хочу, может, попробовать. Что? Были случаи, когда матку кавилеру удавалось сохранить. Я знаю об этом теоретически. Давление падает. У нее выраженная кровопотеря. Саш, не надо рисковать. Я не буду рисковать. Нам нужно просто добиться, чтобы матка сократилась. Окситоцин вводите. Маш, ну что там с ребенком? Пока сам не дышит. А теперь еще с этим инсулином. Павлова вообще меня подозревает. Ты же здесь ни при чем? Ну, конечно, ни при чем. Я бы ни за какие деньги вообще такой грех на душу не взяла. Если она еще узнает, что я с поста уходила. Ты что, пост покидала, что ли? Зачем? Сереж, я тебе звонила. Сереж, я так больше не могу. Ну, потому что постоянно думаю о тебе. Да, вот влюбилась так. Я понимаю. Да. Ну, тогда было достаточно, а сейчас мало. Не, если ты скажешь, я же тебе говорил, я разведусь, я за муж-то не держусь. На. Ну, Сереж, подожди. Ну, а Павлова не знает, что ты отлучалась, ты ей не сказала? Ну, конечно, не сказал. Что я скажу, у меня 20 минут на посту не было, а в это время у нас пациентку как ушли. Меня знаешь, что сделали? Сразу бы уволили. Сереж, а тебе меня вообще не жалко? Кого подозревают? Вроде Брагин. Но если они узнают, что я с поста уходила, конечно, у них круг расширится. Влад, ты же понимаешь, что тебе придется рассказать об этом? Не, работу терять не хочу. Тогда придется рассказать мне. А у тебя вообще ко мне чувств уже никаких не осталось, да? У меня вообще, по-моему, чувств не осталось. Я устал. Я свою семью разрушил, но ты здесь ни при чем, это я виноват. И мы с тобой жить не сможем. Поэтому я увольняюсь и уезжаю. Зачем? Об твоем отсутствии придется рассказать тебе. Или мне? Матка не сокращается. Я вижу. Сколько ты планируешь ждать? Ждем. Пульс 55 минут. Если мы удалим ей матку, она никогда больше не сможет родить. Вдруг мы потеряем этого ребенка. А вдруг мы потеряем Нину? Саша, очнись. Ждем. Чего? Ты один раз уже угробила женщину с ребенком. Не надо экспериментировать на нашей Нине, ясно? Нам нужна еще кровь. Да, не справлюсь, иди. Тань, что там? Состояние тяжелое. Я закрою. Все. Я не могу, я в приемном подожду.
Хорошо. Я перевяжу ей вот эти ветви маточной артерии. Если не поможет, будем удалять мат. Зажим. Вяжем. Давай. Мы задышали. Ну что, слыхать? Работает. Пока все живы. Брагин, не психуй, все нормально будет. Да не будет ничего нормально. Мне еще это дело хотят с инсулином повесить. Да, я слышал. Олег, короче, Лада ночью покидала свой пост. Как раз в то время, когда твоя пациентка умерла. Ой, ну что там, кто? Мальчик. Ух ты. Пацан родился? Мы в реанимации. А еще Нина как? Я заканчиваю. Хорошо. В нашу полку прибыла. Нормально, нормально. Пацаны, это хорошо. Матка сократилась. Больше не кровит. Спасибо, Марин, большое. Дальше я справлюсь сама. Прости. Ну, просто это наша Нина, ты понимаешь? Я понимаю. Давление растет. Показатели улучшаются. Хорошо. Шьем? Состояние тяжелое, но все самое страшное позади. Покровская молодец. Ой, ну слава богу. Ладно, ребят, я побежал. Давай. Ну что ты, мой хороший? Устала? Чтобы я еще раз оперировал кого-то из своих, то лучше застрелить. Посиди. Садись, выдохни. Ты же молодец. Угу. Ты же все сделала. Молодец. Лучше тебе чай заварю с ромашкой. Сиди со мной. О! Вот ты где, а? Ну, все отлично. Сейчас ее в реанимацию переведут. Нормально, жить бы. Слава богу. Ну, а про ребенка ты не хочешь спросить? Что с ним? Сын у тебя родился. А вот с тобой-то что? Я поеду. Ехать нужно. Ты человек или зверь? Ты бы повидал их. Не могу. Не могу. Ты Нинке скажи, что я ей позвоню. Ладно? Вот что так человека. Вот дурак. Вот дурак. Вы меня обманули, Лада. Когда? Вы отлучались с поста во время дежурства. Ну, я ходил в туалет на 3 минуточки, на что? 20. Вас не было 20 минут. И за эти 20 минут Цветковы вкололи инсулин. Поэтому у меня есть основания предложить вам написать заявление об уходе по собственному желанию. Пожалуйста. Ну, я же не колол инсулин Цветкову. Почему меня увольнять? Это же несправедливо. Справедливо.
Объясни, почему? Ну, Ирина Алексеевна, у меня муж не работает, ребенок, ну... Не раньше, наверное, была работа. Это вам Куликов, что ли, все рассказал? Ну, вы же понимаете, что у меня не стоит вопроса выбора между вами и Куликовым. Да, конечно. Сами напишите заявление или хотите плохую запись в трудовой книжке? Александра Алексеевна, я вас по всей больнице ищу. Вы молодец. Все говорят, что вы прям чудо сотворили, и я вас поздравляю. Все нормально? Устали, да? Ну. Вас кто-то обидел? Хочешь, я убью того, кто тебя обидел? Голыми руками. Я выпить хочу. Есть? Понял. Организуем и выпить, и закусить. Пошли. Да-да. Входите. Можно? Да. Я не совсем понимаю, мы же уже получили выписку. В выписке ошибка. А, вы меня позвали, чтобы ошибку исправить? Нет, боюсь, что эту ошибку мы не исправим. Присаживайтесь, поговорим. Будем признаваться. В чем? В том, что жену на тот свет отправил. Вы с ума сошли? Из-за вас могут пострадать невинные люди. Врачи и медсестры, которые лечили вашу жену. Это вы сделали? Нет. Я понимаю. Она очень тяжело уходила и очень мучилась. Она просила, она умоляла. Она уговаривала. Она даже меня уговаривала. Ну, ты же тогда приехал ночью. Приехал, привез мне историю болезни, правильно? Потом пошел в палату. Пост медсестры был пуст. Ты отключил приборы и вколол ей инсулин. Я понимаю. Она страдала, она очень мучилась. Я понимаю, что это очень больно, видеть, как уходит твой самый дорогой и близкий человек. И когда ничего не можешь сделать. Не понимаете. Господи. Она так на меня посмотрела. Я тогда впервые осознал, каково ей. Да и после разговора с вами я понял, что не вправе ее больше удерживать. Я помогу тебе. Я хочу. Я правда. Я очень хочу. Я прошу тебя. Я прошу. Помоги. Хорошо. Пожалуйста. Я прошу тебя, помоги.
Сейчас все закончится, Рая. Слышишь? Сейчас все будет хорошо. Потерпи, Рая, я с тобой. Сейчас боль пройдет. Сейчас все будет хорошо. Осталось немного, Рая. Рая, потерпи. Потерпи, дорогая. Как вы узнали про инсулин? Случайно. Когда в палате был разговор, медсестер услышал. Представляешь, у нее такая дозировка, что не диабетика убить может. Еще каждые 3 часа колоть надо. Дали новое заключение? Нет. Они меня не поэтому вызывали. Догадались, значит. Догадались, что это ты сделал. Вы знали? Я поняла потом. Когда успокоилась, я все поняла. А потом я нашла деньги в ее сумочке. Никто же не взял их. Значит, она никого не подкупила. Значит, ты. Что теперь-то будет, а? Это Покровскому на подпись. Сегодня, хорошо? Ирина Алексеевна, можно с вами поговорить? Да, можно. Вы уволили Ладу Ермилову, да? Да. Брагин сказал, что он отлучался с поста. Проходите. Я слушаю. В общем, это я виноват. Ермилова оставила пост из-за меня. Вы пришли просить меня, чтобы я ее не увольняла? Что получил взамен? А что взамен? Себя. Не понял. А что тут не понять? Вы рвете при мне свое заявление об уходе, а я не увольняю Ермилову. Идет? Даете, а? С вами по-другому нельзя. А вы знаете, что это шантаж называется? Да. Но зато ваша совесть чиста, как у младенца. Нифига себе. Да, право себе нифига. Поступок. Надеюсь, также по-мужски вы разберетесь со своей интрижкой. Не маленький. Зачем она так со мной? Это же очень жестоко. Мы же не так давно друг друга знаем. Костя, ты меня прям стоп. Зачем ты меня упрю? Ты говорила, что она у меня списывала? Она у меня списывала, правда. Ой. Что ты меня трогаешь? Не трогай. Стой, вот скажи мне. Ой. Человек имеет право на врачебную ошибку?
Ну скажи. Вид. Ты красивая. По-моему, меня тошнит. За мной? Что ты меня держишь? Ой, как ты быстро. Поезд, ну... За мной. Машка, тебе можно? Тебе цветы блин. Что ты как? Привет. Герой? Ой, сладкий. Мамулька. Ничего не понимаю. Счастлива? Неужели это мое? Твое, твое. День Неклюдов. Давай не будем о грустном. Уехал. Ну ты чего? Всю операцию здесь был. Волновался. Вот, добрую весть о рождении сына я ему поведал. Он тебе сказал, позвонит. Позвонит? Ну, куда он денется? Да, мой герой, да, мой красавец. Привет. Ой, ластычка. Привет. Здоров. Ну-ка, покажись людям. Ну что, герой? Ну куда ты? Что? Здорово. Ой, все, 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 Вам идет. Едет. Дождалась тебя, мамка. Какие такие. Thank you.